Медики борются, но не за жизнь пациента, а за победу в перетягивании каната. На спартакиаде работников здравоохранения собралось около 200 участников. Для Гульшат Баймухаметовой привычнее делать массаж сердца, чем тянуть канат. Она реанимационная медсестра, 12 лет спасает жизни. Это здоровье в первую очередь. И как не нам, показывает людям, что спорт – это здоровье и жизнь. Участвует медперсонал из набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Зеленодольска и Альметьевска. По мнению организаторов, те, кто стоит на страже жизни и здоровья, как никто другой, должны быть активными и спортивными. Пропагандировать здоровый образ жизни. Конечно, медики должны быть самыми первыми на этом фронте. Вот. И, естественно, своим примером показывают всем то, насколько важно себя именно вести здоровый образ жизни. На футболке у этой девушки изображение, по которому можно понять, что она работает с сердцем. Что спорт помогает быть сильнее перед болезнью, Рамзия Рафикова знает не понаслышке. С 5 лет мечтала стать кардиологом детским, потому что сама сердечница. Не мешает? Нет, я себя чувствую отлично. Занимайтесь спортом. Состязались участники в 7 видах спорта. Среди них настольный теннис, бадминтон, шахматы, плавание, легкая атлетика. Волейбольные баталии среди мужчин и женщин развернулись в манеже школы по футболу. В общекомандном зачете первыми стали участники из набережных Челнов, второе место у Альметьевска. Именно эти команды будут соревноваться на республиканской спартакиаде в Казани, которая состоится в сентябре. Катерина Машенцева, Тимур Туманов, новости Юго-Востока.